Вот, все так легко собралось с помощью лайфхака. Даже вот видно, пар идет от трубы. Достал резиночку, вскипятил чайник, облил горячей водой резиночку, крутя в руках, засунул, поливал трубу кипятком, ну, в течение там 20 секунд, 10, затолкнул трубу, даже не понадобилось ничем не смазывать, все легко и просто зашло, только лишь нагрев резиночку. Пробуем следующий стык. Также берем резиночку. Просто поливаем ее кипятком. Буквально сразу чувствуется, как она становится мягче. Жмём её в трубу. И вуаля! Все легко и просто.